Однажды мы были в Великом Новгороде, и там есть такой мост через реку, там, где такой горбатый мост от Кремля на другую сторону, не центральную часть, на другую. Кстати, там есть кафе отличное, Колобок или что-то типа того называется, очень рекомендую. Так вот, я к чему. Вот такую кошку, таких кошек аналогичных, похожих, хотя вот такой экземпляр, он в единственном числе существует, так же, как и те другие, которые там продавались. Продает там дядечка, в общем, и не дает тут прям трогать, такое, что пока ты не купил, прям какое-то напряжение у него с этим связанное. Но это живое, личное такое, собственное, да, производство кошек. В общем, вот купили такую кошку, и вот она уже много лет с нами живет. В машине сейчас она у меня живет. Вот так вот. Такая вот история. Наверное, он там еще их продает. И если он смотрит это видео, большой ему привет. Супер кошка. Так вот, я не о кошках, а о том, что сейчас люди что-то больше, да, вот делают какие-то творческие истории, рисуют, пишут, и музыку, может быть, картины, кто что, песни. Я, например, сейчас вот увидел сон, а во сне такая, знаете, ну, с виду смешная, да, наверное, смешная такая ракета, с виду как из резины, знаете, во сне же такие ощущения совсем другие. В общем, типа резиновая ракета, она на каком-то ракетоносителе прилетает на площадь. А площадь, то есть там люди гуляют, обычный день, там, не знаю, может, выходной, скорее всего. Город какой-то, не знаю, что за город. И она, знаете, вот так вот летит медленно на этом ракетоносителе, медленно. И как бы отделяется, он куда-то исчезает, то есть мгновение, то есть не то, что он там улетает, он, ну, исчезает, это же сон. А она, знаете, вот так вот, ну, приближаясь как бы к земле, все как будто увеличивается. Ну, такое было вот у меня ощущение, я прям запомнил этот сон. И она такая, знаете, круглая такая, вытянутая, ну, немножко шарообразная такая, и она падает как бы на землю, на асфальт, и люди все ошеломели, они ждут, что сейчас что-то там взорвется или что произойдет. А она такая начинает отпрыгивать, такая прыгает несколько раз и такая падает, чик, и все, как будто прилипает и лежит. Что дальше? Дальше не ясно. Службы никакие не едут, ну, тут это во сне, непонятно почему. Люди начинают дальше ходить, гулять, не замечая эту ракету или бомбу, я не знаю, как ее назвать. И все вроде как. И я, если честно, вот на этом моменте просыпаюсь и думаю, что же такое происходит. Да, и очень интересно. В то же время вот Роман Марцеллос, Маркелос, да, Роман, большой привет. Вот он тут вот сейчас показывал, как он рисует город такой красивый. С одной стороны синий, тут такие золотые, такие прямо это все уходит вдаль, улица. И чем-то мне напомнило, в общем, этот город, только вот без этой ракеты. И людей что-то там нету у него. Ну ладно, это как без людей. Видимо, утро раннее, людей еще нету. А у меня наоборот, вот день такой солнечный, приятный, и тут она вот падает на этом ракетоносителе, и как будто вот город похож, но отдаленно. Я к чему, что творчество... Я, кстати, потом эту ракету, я вот что не договорил, то есть Роман рисует, молодец, мне вот Бог не дал таланта рисовать, писать картины, а развивать я его тоже не развиваю. Нет у меня такой вот цели.
Я в шедевруме. Вот есть такое приложение шедеврум. Это там искусственный интеллект, да, там вот. АИ, ты задаешь параметры, описываешь и происходящее, и вот он тебе сам рисует. Так вот, я вот, соответственно, это тоже некое творчество, да, ты же должен придумать, что написать сам, не где-то взять. Хотя, может, кто-то и копирует, потому что много очень интересных разных там шедеврами картин, которые я лично не представляю, как это можно было сформулировать, запрос, чтобы оно сделало такие картины. Оно, искусственный разум, искусственный интеллект. И я шедеврами сделал примерно эту ракету-бомбу. Там нельзя, конечно, писать слово «бомба», «взрыв», то есть это запрещено. Оно не дает сделать именно такой запрос. Вот ракета, да, ракета получилась, да, у меня вот ракета, и вот она вышла, я приложил картинку здесь на Ютубе. Ну, что-то где-то отдаленно похоже, но, конечно, во сне это было намного реалистичнее. Как классный реалистичный город на картине у Романа. В общем, творческих всем идей, творчество побольше, активных вот творческих мыслей. И это поможет всем нам преодолеть все трудности. Увидимся.